Всем привет! Мы пошли кормить курей. Надо было это еще утром сделать, по сути. Но я им вчера много насыпала вечером. А с утра мы мыли пол и готовили суп. Такой овощной с мясом. Летний. Я. Кузяк убежал, да? Нету нигде. Все лазит, лазит, по дворам лазит. Он у всех это есть тут одни у нас. Как его мужика называли? Называют председатель района. Он у них один раз. Ну, они живут, ну, то есть не работают, бухают. И там дома даже нечем топиться. С собаками спят зимой. Ой, тихо. И они откуда-нибудь кости притащат. Ну нету, Фаина. Они откуда-нибудь кости притащат, холодильника-то нет. Положит где-нибудь. Кузя возьмет у них, свистнет. Там какие-нибудь копыта. Или еще что-нибудь. В общем, не мясо, а отходы. Он, оказывается, здесь был. Он, наверное, не слышал, потому что ветер сильный. В деревне всегда сильный ветер. Тут поля вокруг. Сейчас курей накормим. Фаина поспала, мы вышли на улицу. С Кузей играет. Хочу попробовать огород. Там огород за рощей вообще. Накормленные. Не пу, а Нюрка. Нету ее, она гуляется, Фаин. Ну я не знаю, где она. Нюрки нету. Нету ее, нету. О, все, какое заросшее. Я, конечно, снимать не буду, как мы сейчас будем полоть. Потому что у меня телефон наполовину заряженный. А еще светит солнце. Заходи, заходи, заходи. Солнце сильно жарит. И у меня может телефон отключиться либо быстро разрядиться, скорее всего второе. Все-таки не так уж прям. Ну ладно, сейчас займемся, потом я сниму. Мы, конечно, все не будем, все мы не прополим тут, ну что выдернем, то выдернем. Пролола я огород, не весь, конечно, я очень устала прям. Помидор там лежит, успевает.
Я бы еще полола, но Фаина уже психует. Одна играть не хочет. А я всю траву отдала уткам, курицам. Ну, я думала, я половину пропалю, но у меня вышло больше половины даже. По огурцам я прям так уж и не лазила. Потому что Фаина тоже лезет, а они каляются. Не знаю, слышно меня вообще или нет, ветер очень сильный. Вот здесь все. Единственное, осталось вот эту часть, эту и эту здесь морковку. Вот эта трава, все в ней, в этой траве. Рвется она легко, прям вообще в одно удовольствие полоть. Но видите, просто все в ней. Что за трава такая? Раньше у нас такой травы не было. Я не знаю, может, это как-то климат меняет. Тут кусок оставила, не дополола. Не дают мне мои дети. Здесь что растет? Не знаю. Здесь маленько. Завтра тоже. Ну и все, больше тут ничего и нету. Здесь уже можно и не полоть даже. Можно тяпкой, если я ее найду, не знаю, где тяпка. Главное это. Да? Девочка. Нюрка прибежала. Ой, Фаин, не рассыпь. Осталось прям вот чуть-чуть. Не дают мне, я уже не могу. А что это такое? Ты что, редиска, что ли, до сих пор тут? Кошмар. Ну, в принципе, полоть-то быстро такую траву. Я вот днем часа за полтора, наверное, вот до сюда где-то я дошла. Остальное уже сейчас. Ну, сейчас я, наверное, часок тут пробыла. Еще в помидоры нам будет завтра залезть. Тут-то я в помидорах прошарилась, там тоже. Вот здесь осталось. Сейчас будем уже скоро телят загонять. Сейчас воду пока включу. Телят там еще полная колода. Коровы только когда придут, тогда налью. На самом деле охота полежать дома, отдохнуть. Я тут разлеглась в саду на диване. Фаина не дает в доме сидеть. Тут же много животных. Она начинает то ку, то ню, то этих. Кот, цып-цып, всех начинает собирать сразу, куда-то ей надо лететь. Да в доме холодно. В доме вообще ужасно холодно. Мы спали под теплым одеялом, сверху еще плед. Фаина одетая спала, ей одевала штанишки и кофточку. Холодно, и днем холодно, и ночью холодно. Дом такой холодный. У нас-то тепло вообще дома. Мы ночью... Фаина, он вообще раскрытая, спит в майке да в памперсе. А я это... Просто одеяло между ног засовываю, тоже не укрываюсь. Но все равно я бы полежала, отдохнула.
вот они жуют. Вкусно, наверное. Все рассыпали. И там дырка. Кузя, пойдем откроем.